Собачек. Нет, это не Жора волшебный. Нет, это еще решебный. Собачек. Чемодан. Супис. Папоскины. Какие еще папоскины? Очень дружные. Сейчас откроем большой чемодан. Дай зайчику косточку. Ба-ба-ба-ба. А, что же такая собака? Это песик. Это Воза Бабоскина. Воза Бабоскина? Не пей. Я, мы с тобой друзья, фоми с Роза. Ничего себе, что там еще? И поет что-то? Что там это? И что, еще что давает еще? Такая классная Роза Бабоскина. Такая красивая. А куда там лайка? Я не знаю. Какая у нее порода? Какая у нее порода? Не знаю. А ну залай! А ну залай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ребята, что, открываем розу, да? Так, ребята, что, открываем розу? Бам! Так, освобождаем. Да что ж ее так перестать? Чтобы не сбежала. Шикарный розу. Шикарный розу. Че что? Я не знаю. А что она делает? Нет, она через будет. Почему? Нет, это рейк. Тут ведь... Нет, нет. Ой. Нет, она не такую песню не будет. Машка, белый песок. Ага. Мы его сделаем с мультиком. Сейчас он ее обратно. Не дай ты же. Дай я дам. Так, что там вы там балуетесь, ребята? Дай пальчиса, ребята. Ребята, кутят комментарии. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм. Мы будем там с вами общаться. Не там будет ехать. Потому что скоро уже Софи. Потому что... Смотрите, какая клёвая. Смотрите, какая. Немного вот у неё, честно говоря, ребят, тяжело. Тяжело. Она немножко так заваливает. Всегда. Потому что очень, волосы очень массивные, мощные. Прошита голова так, что тяжёлые волосы. Дети волосы. Невозможно. Ну что, следующий сюрприз, да? Давай на сторону отложим. Жора, не трогай куколку. Жора, только... Я же перестану колдовать, у вас закончится. Я перестану колдовать. Так, давай. Ой, ты. Это тусок. Это братик Розочки. Это братик Розочки. Это у него сыкан. На пузе у него прямо... Ноты. Давай, кстати, нажимаем на пузо. Ты вообще уже посмотри. Можно же ее навесить? Так, забери всех друзей вместе. Все будет все вместе. Тусок, Вася. Лиза и малыш. Ой, крутой. Старший брат, он же будущая звезда футбола. Кто-то мяч играет. Так. Ой, мой. Убрал игрушки. Игрушки ты убрал. Игрушки. Все будет чистить. Руки помыл.
Ну-ка, мы тебе не помним. Это чувак, это сосед. Нет, это сосед, это сосед. Это сосед, это сосед. Ты забыл это все. Ты с тобой ты сет. Так, ну что, два члена семьи Барбоскиных у нас уже есть, да? Два братика, сестра, надо еще доставать. Надо еще доставать. Опять что-то музыкальное. Диву. Крутяшки. Позвони Барбоскиным. Ты у тебя киски-то. Что? Да что же такое? Вытаскивай, там защитная такая есть штука. Позвони Барбоскиным. Вот, да. Все, теперь мы сейчас будем звонить Барбоскиным. Так, вытащила? Так, и вытащила. Так, это здесь батареек. Ну что, поехали звонить? Ну с тобой ехали, сыночка. Так, звоним теперь. Сыночка. Пошел вызов, кто возьмет? Отвечайте сейчас. Алло. Отвечайте. Алло, Барбоскины? Эй, я Барбоскины. Поняла. Не поняла. О, боже, это фото было. Ну что, ребят, надо разбираться. Так, кто звонит Барбоскиным, я так поняла, это просто идет вызов. Это просто идет вызов. Песни мечты заветные, карусель мы играем. Карусель, капитали. В общем, это такое... Музыкальная развивающая музыкальная развивающая музыкальная 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 музыкальная
пользуется. Но у него заморожено это приложение для тех, у кого копытца. Копите. Ты можешь ротиком нажимать или сами просить. Ну, следующее, давайте до песенок дойдем. Пейте. Какие фразы? Какие фразы? Давай послушаем, какие фразы говорит вот малыш. Ты бух, ты какой вообще. Ой, класс. А вы тогда нажмите на Жору, какие фразы говорит Жора. Сейчас. Это кто так говорит? Дедушка? Нет, вот этот папа. А, папа говорит. Так, а как Генка говорит? Вот инфо Зори. А на Жору, чтоб нажми, что он говорит? На пузика. На пузика. Набираем номер розы. Так, 3, 7. 3, 7. Телефон. Наконец-то это писали. Круто. 8-0 малышу звонит. 8-0. Ты тут смотришь, и фоточки. Что это? Это меня. 1, 6. Это раз. Позови точку. Да, теть. 2, 9. Ты еще гляба. Да? Да. Это Лиза, да. Это Лиза. Только она маленькая. Только она маленькая. Наборы такие просто тойс. Разные. Здесь есть персонажи из мультика. И нам вот попалась Лизочка маленькая. Смотрите, какая. Это коллекционная фигурка, я так понимаю, да? Открывай. Так. Лизочка, да у нее есть какая-нибудь подставка или что-нибудь? Есть такая. Или просто для коллекции? Смотри, вон подставочка. Вот эта. Маленький Барбоскин. Маленький Барбоскин. Большие Барбоскины. Можно даже играть ими, да? Второй. А это маленький. Софочка, да. Маленькая Барбоскина. Вот на подставочку одела. Я смотрю. Стычка. Вот так она может стоять. Малюсенькая, но если собрать коллекцию, то можно играть в семью Барбоскина, да? Вот, сколько тут было. Так, то что-нибудь у нас там есть в нашем большом чемодане? Еще осталось. Что осталось? Это. Такие кони. Это Макси. Какого-то рождения кого-то. Малыша они подкидывают. Значит, это рождение малыша. Там написано, что пачка это конфеты для Жоры. Нет, это написано
Это написано пальцем. Ну, да как? Хей. Так. Сделаем чайку, заварим себе. Будем собирать пазлы вместе с Ромой, Лизой, Лизой. И Лизой. Вот. Ой. Будем звонить. Кого не хватает? Остался малыш. Это малыша собрать. А Кенку? Кенку еще не дали, ребят. Подписывайтесь на наш инстаграм и ВК. Мы будем с вами переписываться. И напишите, кого вы собираете. Любите ли вы барбосина, да, ребят? Да, и кого бы вы хотели себе из барбосина, какого члена семьи. Ну что, ребят, всем? Всем пока!